Война и дети. Трудно представить что-то более несовместимое. Софья Алексеевна Зимина родом из деревни Кулебаки Горьковской области. Когда началась Великая Отечественная, ей было всего 5 лет. Об войне слышали, потому что как только начали бомбить, видимо, Горький, а в Кулебаках авиационный завод большой, зенитки трещали ужасно. И нас дед забирал в одеяло и выносил в сад, чтобы мы не слышали этих зениток, этих погромов. В 1943 году семья переехала в Ордатов. Там отец и мать Софьи устроились на работу. А 6-летнюю Соню оставили дома следить за младшими братьями и сестрами. Мне приходилось сидеть с ними. Маме нет, я с ними одна. В зыбке качала. 7 лет я пошла уже учиться. То от школы освобождали меня, чтобы посидеть, потому что маму с работы не отпускали, а папу тем более. В 1947-м вся семья переехала в наш город. Здесь Софья Алексеевна закончила школу. В 49-м году отучилась на бухгалтера и в ноябре этого же года устроилась на работу фактурщицей в отдел интендантского снабжения. После работала в столовой, 3 года проработала судебным исполнителем. Сегодня Софья Алексеевна Зимина находится на заслуженном отдыхе.